сгорел только вот этот диод, одна ножка сгорела. СБЛ 2040 на 20 ампер 40 вольт. По 5 вольт линии. Красные провода идут. Стоял резистор 56 ом на вентиляторе, чтобы блок питания был очень тихий. Но я компьютер раньше работал на сниженном напряжении и меньше потреблял. Потом я сидел по умолчанию настройки, он стал больше потреблять. И перегорел блок питания. Я заменил диод на 200 вольт на 20 ампер. У него падение напряжения повыше. Но может будет работать. И тут было все горячо, когда я после перегорения разобрал, дотронуться до него нельзя было.